Одесса приняла на сегодняшний день более 25 тысяч беженцев. Это те, кто зарегистрирован в Одессе. Есть еще примерно такое же количество незарегистрированных тех людей, которые не решили еще, будут ли они в Одессе, либо поедут дальше. Но это все легло нагрузкой на нашу инфраструктуру. Поэтому, конечно, мы сегодня открыли двери для всех. Сегодня те, кто приехал к нам в Одессу, стали одесситами. К ним точно так же мы относимся, как и к своим жителям, потому что в Одессе все свои. Мы сегодня открыли, реализуем проект и создали рынок труда в Одессе, одесский рынок труда, где заботимся о тех людях, которые решили остаться в Одессе. Мы предоставляем им возможность интегрироваться в Одессу, почувствовать себя одесситами, устроиться на работу и быть полезными как Украине, так и, в принципе, реализовать себя в той или ином направлении, в той или иной профессии.